Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые прекрасные зрители. Я поздравляю вас с наступающим крещением, замечательным праздником. И вот начались перед крещением крещенские морозы. И у нас сегодня минус 20. А я вас еще хотела поблагодарить за то, что мы с вами на одной волне и обмениваемся энергией. А это очень важно, когда люди находятся на одной волне и обмениваются энергией, им нравится одно и то же, то это, ну, все энергии увеличиваются вдвое, втрое, в десятикратно. Спасибо. Сегодня я вам покажу кусочки видео, которые я снимала во время зимних праздников. Ну и перед Новым годом, перед Рождеством и перед крещением. Все вместе. Как я провела праздники. Обнимаю, целую, мои дорогие. Всего самого хорошего. Ну а теперь давайте смотрите, судите. Я вам уже показывала, как я готовилась к новогоднему ужину. Ну а мой завтрак 1 января, я думаю, ничем не отличается от многих-многих завтраков в нашей стране. Мы все доедаем то, что осталось от праздничного стола. Салатики, холодец, какие-то пирожки, вкусности. И вот нас уже ждет новый сюрприз. Праздничный, новогодний, замечательный, блистательный концерт из Вены.
Да, вопрос просто. Консерватория. А здесь среди веток зеркала. Не-не, у нас очень сильно получилось, хорошо. Спасибо тебе за все эти предложения, за идеи, то есть за оценки. Я очень люблю вещи, которые старинные, которые использую. И вот вы видите, я буду на этом концерте вот в такой блузе, вот с такими здесь старинными кружевами. Это старинные французские кружева 19-го, начала 20 века. Посмотрите, какие прекрасные на сеточке. Вот, я одену эту блузку, и у меня вот есть такие малахитовые украшения, которые я тоже одену обязательно. Вот под стать это малахитовые гостиные. Видите, вот у меня браслет такой и бусы. И одену эти, и те. Вот так, мои дорогие друзья, я провожу Рождество. Всего вам самого хорошего, мои дорогие. Любви, счастья, добра, мира. Было.
Господи!